Живрин – это самый свежий, самый такой современный аромат настроения живрин. Основными нотками его является кумкват, арбуз, бергамот. Такой свежий, белый, можно сказать, древесно-цветочный аромат. Ощущение такой брызги свежести. Затем пион, ландыш, гордения, фиалка. В сердце он немного становится пудровый и мускусно-древесная база. Тоже очень стойкий. Сразу хочу сказать, что именно живрин, банная линия, особенно крем для тела, очень парфюмированный. То есть у них там тоже делится как бы по ароматам, вот несмотря на то, что есть у них амбра-ваниль, ваниль-кокос. Ароматы насыщенные, крема для тела слабенькие. То есть это они такие, их можно даже на ночь наносить. Живрин очень мощный, крем для тела. То есть он иногда заменяет даже парфюм. Просто многие любят на ночь наносить. Ни в коем случае именно живрин на ночь наносить нельзя. Только на день, потому что это парфюмерная атака. Очень яркий, очень красивый, такой интеллигентный, да, женственный, мега-женственный. Но Кудре все очень женственное, очень такое. Именно для истинных ценителей французского шика и женственности. Вот марка